Пришло время для вручения аттестатов и золотых медалей лучшим выпускникам, а также вручения благодарственных писем родителям. Также на основании распоряжения администрации Угличского муниципального района от 14 июня 2018 года под номером 125 поощрить денежными премиями в размере 2000 рублей выпускников 2018 года, окончивших образовательное учреждение с золотыми медалями. Вот. Для награждения приглашаем на сцену заместителя главы Угличского муниципального района Юлию Николаевну Кусакину. Итак, вот он наступает, волнительный момент, когда золотые медалисты получат свои заслуженные награды. Итак, награждается выпускник физико-математического лицея Брагин Егор и родители Юлия Валерьевна и Павел Юрьевич. Награждается выпускница школы номер 8 Вородюкина Анастасия и родители Татьяна Юрьевна и Рудольф Анатольевич. Награждается выпускница школы номер 7 Горшкова Дарья и родители Алексей Сергеевич и Татьяна Юрьевна. Награждается выпускница Ильинской школы Грибкова Любовь и родители Владимир Валерьевич и Оксана Александровна. Награждается выпускница школы номер 8 Гуреева Виолетта и родители София Роксана Александровна и Станислав Анатольевич. Награждается выпускница школы номер 7 Зверева Любовь и родители Владимир Владимирович и Светлана Васильевна. Награждается выпускница школы номер 3 Канахистова Александра и родители Любовь Вячеславовна и Владимир Владиславович. Награждается выпускница школы номер 7 Киселева Вероника и родители Валерий Николаевич и Ирина Олеговна. Награждается выпускница школы номер 7 Кистенева Дарья и родители Оксана Николаевна и Игорь Иванович. Награждается выпускница школы номер 3 Козлова Полина и родители Светлана Викторовна и Михаил Леонидович. Награждается выпускница физико-математического лицея Крючкова Александра и родители Наталья Ивановна и Андрей Владимирович. Награждается выпускница школы номер 7 Новикова Ольга и родители Юрий Геннадьевич и Ирина Евгеньевна. Награждается выпускница школы номер 3 Носкова Мария и родители Анастасия Викторовна и Сергей Алексеевич. Награждается выпускница школы номер 7
Сидорова Екатерина и родители Юрий Олегович и Марина Витальевна. Награждается выпускница школы номер 8 Сироткина Александра и родители Марина Анатольевна и Николай Николаевич. Награждается выпускница физико-математического лицея Смирнова Валерия и родители Елена Константиновна и Сергей Викторович. Награждается выпускница школы номер 3 Смирнова Мария и родители Ирина Владимировна и Петр Юрьевич. Награждается выпускница школы номер 7 Соколова Валерия и родители Сергей Анатольевич и Эльза Федоровна. Замечательная поддержка, правда? Награждается выпускница Василевской школы Тихомирова Татьяна и родители Андрей Владимирович и Нина Александровна. Продолжаем награждение. Награждается выпускница школы номер 4 Ханькова Алена и мама Ирина Николаевна. Замечательно, поддерживайте так и дальше своих одноклассников. Молодцы выпускники. А мы продолжаем награждение. И сейчас награждается выпускница школы номер 7 Шашкова Лариса и мама Вера Сергеевна. Награждаются выпускница школы номер 7 Шунина Алина и папа Александр Викторович. Поддержите своих товарищей золотых медалистов. Итак, мы поздравляем вас с вашей заслуженной наградой золотые медали.